Давайте здесь сделаем. На фоне застройки. На фоне строя. Завтра у меня есть фотографии. Завтра они будут такие во время выступления Лидии Владимировны, во время моего выступления. Это фотографии. Я хочу, чтобы это красиво закончилось. Вот, помните, мы делали уже одну фотографию. У нас, честно говоря, было тогда маловато. Сейчас нас намного больше вот, на фоне стройки, чтобы мы фотографировались. Не возражаете? Идемте, давайте фотографируемся. У нас здесь прекрасный плакат.